за 30 бат с человека. Тут такая прозрачная вода. А где Паттайя? Вон там, далеко. Мы сейчас вот приплыли вот на таком корабле. Ну, не сильно утомительно, правда? Сейчас идем на пирс. Мы хотим поехать на пляж, который называется Monkey Beach, для того, чтобы посмотреть там на обезьянок, которые там живут. Но очень надеемся, может, что мы их там увидим. А потом обратно уезжать с этого же пирса. Сейчас идем на Сонгхео. Вот сейчас мы подойдем к карте, посмотрим, сколько стоит перемещение по острову на Сонгхео. Сейчас мы заснимем расписание. Вот обратно можно поплыть вот согласно вот этому расписанию с острова за 30-20 человек. Можно на мотоцикле уехать, а можно вот за 40 бат. А где вот обезьяне? Сейчас спрошу. Здесь настоящая туристическая улица. Ой, правда, на табайке прямо в перемешку с людьми. О, есть 7-Eleven. Зайдем? Сейчас зайдем, что-нибудь еще купим. Потому что на пристани мы хотели купить для обезьянок бананчики. Они стоили, маленькая нарезка, 100 бат. Это как-то очень дорого для Таиланда и Паттайи. Сейчас зайдем в 7 и купим что-нибудь, что можно обезьянок покормить. Ну, сейчас едем в Сонгхео на пляж Monkey Beach. Мы приехали вот на этом тук-туке за 30-20 человека у главного пляжа. И вот нас привезли вот на такой пляж. Он называется Monkey Beach или Nuau Beach. Ну, пока ни одной манки тут нету. Мы сейчас здесь побродим, посмотрим. Какая тут голубая вода. Водичка вообще прозрачная-прозрачная. Мы сейчас погуляем, потом найдем тенечек, в тенечке оставим вещи и пойдем купаться. Людей не так уж и много на пляже. Совсем немножко. Тут можно арендовать лежачок. А вон там вот в туманной дымке Паттайя видно. Небоскребы. Особенностью этого пляжа это то, что здесь живут маленькие мартышки прямо на пляже. И мы пришли покормить их. Просто кинем ей один банан и все. Кинь банан. Главное, чтобы сзади никто не подошел. Смотри, он нам весь его засунул в рот. Кинешь еще один? Такая хорошенькая. Ей вкусно. Идем других поищем. Они на дереве, подними голову. Ну, ей вкусненько.
Ой, ну не подходи ко мне близко, Люсь, мне страшно. Мне давай тоже страшно. Давай, я держи пакет, дай мне один банан, один, дай. Будешь мне подавать потом по одному банану. Я сейчас съедал прямо с рук. Мне кажется, это старенькая обезьянка. Ей вкусно. Взяла и пошла. Она наелась. Мне кажется, достаточно мы ее принесли. Вот там еще одна сидит. Я ей предлагаю бананчик, но она не хочет его. Ой, смотри, вон. Полез, Люся. Где? А вон маленький. И он еще к нам. Ой, ой, ё-моё. Он от большого прячется, Люся. Тут спускается большой самец. Хочет обидеть маленького. Да, большой там обезьян обижает маленьких. Угу. Я же две дала. Он чистит арахис от шкалопы и кушает орешек. Этот пляжик небольшой, но и народа тоже немного. От главного пирса ехать минут 10 на Сан-Тео, а песочек просто белоснежный. Водичка прозрачная. Вода бирюзового цвета прямо. И очень-очень прозрачная. Видно все камушки. Но все равно нужно быть осторожным. Там и дальше начинаются вот темные такие под водой пятна. Там начинаются остатки кораллов, камушки, и можно повредить ногу. Вот тут вот слева, если стоять спиной к морю, большое дерево, на котором живут обезьяны. Их можно покормить бананчиками. Мы купили бананчики и орешки, кормили тем и тем. Мы сейчас едем одни в Сан-Тео, торопимся на лодку, которая уходит с острова в Паттайю. Маршрутчик так несется. У нас тут колбасик. Смотрите на этих красавцев. Начищают свои перышки.